Ярославич поборется за выживание в высшей лиге А. Увы, в последнем стыке круга чемпионата России, который наш клуб провел дома с челябинским «Торпедо», он смог добыть очки лишь в одном матче из двух. Впрочем, и стопроцентная победа не гарантировала Ярославичу отдых по завершению сезона. Для него он продолжится. Ярославич занял лишь 10-е место в чемпионате и второй сезон подряд вынужден выступить в матчах плей-аута. Они пройдут с 3 по 10 мая в Анапе. Противостоять Ярославичу будут «Воронежский кристалл», а также серебряные и бронзовые призеры чемпионата высшей лиги Б. Команды сыграют в два круга. Клубы, занявшие первое и второе место, выйдут в подэлитный дивизион нашего волейбола.